Ребята, всем привет, всем доброго утра. Ну, я не знаю, как насчет утра, у нас 11 часов. Я уже встала тут по телефону, поболтала. Пашка сейчас в магазин сгонял. Я говорю, сметану заодно еще возьми, буду борщ. Это хочу борщ жидкого уже, все, не хочу ни мяса, ничего такого, ни котлет. И яблок. Я говорю, как ты вчера ходил в магазин и меня оставил без яблок? Он знает прекрасно, что я яблоки ем каждый день. Каждый день. И сейчас сгонял магнит. На сколько? На 400 рублей набрал. Вот на 400 рублей, в общем, по-моему, набрал. И взял вот такие яблоки. Кстати, они тоже прикольные. Они как кисло-сладкие. Кто любит кисло-сладкие. Что-то винограду даже взял еще. Так, тут у него еще эти бонусы были. Так. Вот яблоки 57 рублей за килограмм. Вообще нормально. 1,5 килограмма. Так, колбасу. Он говорит, пока борщ дождешься, я, говорит, колбасу обжарю. Сметану и 3 лепешки взял. Вот. А у нас немножко на потепление. Ну, как на потепление? Минус 13. Сейчас вот за окошком покажу. Сегодня воскресенье. Народу мало на улице. Ой, мне нравится, когда деревья вот с белым, но еще, видите, то ли снег все равно осыпался, а вон там дальше тоже как с белым таким инеем. Прикольно. Мне нравится. Что-то хотел за 18 рублей сделать. Сколько там, грамм 400? Ну не может быть, нормальная колбаса. По всяким этим параметрам. Картончик вам. Ну я уверена, что даже папулька у нас из картона сварит это вкусную колбасу, вкусное блюдо. А еще и картошку пюре, да, добавишь туда? Лепешки купил. Так, а мне надо кофейку попить. Вот пока попей, пока обжаришь. А что ты еще будешь сверху? Просто? Сейчас обжарим сюда, положим, а на салатик там уже маленький. А, понятненько. Что на улице, как тебе, плохо удобно? На улице не жарко сильно. Мы вышли на прогулку. Уже к вечеру, 6 час. И снега-то нет, тут и мороз бы стоял, тут бы и нет. Да. Минус 10 градусов. Ну, на улице, кажется. Вот видишь, как это деревья в белом? Ну, есть такой. Прикольно. Это не инь. Измерз какой-то. Ну, вот на улице не сильно, ладно бы дуба выпрыгнула. Да, пошли, короче, прогуляться. Ее просто воткнули. Елку это во дворе. Не, она не зеленая, какая-то, блядь, светлая. Но она настоящая, нарядили просто. Блин, скользко, боюсь. За Пашкой иду. Фонтанчик горит. Это администрация у нас. Елочки стоят. Ну, вот такие же елочки удвоили посадили. Ну такие же, блин, точно. Но, а это моллюски но. Такие. И вот во дворе такие посаживают. Эти тоже посадили в этом году 100%. А мы направляемся в сторону Сити Молла. Направляемся в Сити Молла. У нас тогда дорога пройти. Ты говоришь, тепло, блин, нифига тепло. Что, холодно? Чуть борода замерзла. Елочка в Сити Молле. Им бы свой бы, чтобы у них бы смылочка была. Они им за не отвечают за это. По-нормальному. Так, украшения везде. Им для этого не надо. Сейчас елочку поснимаем. Большая елка. Вот так украсили. Вон, видишь, написано? По домашнему, Лен. Не, вот в конце, он видишь? Да. Мы то брали, да? В подъезд зашли, тут уже типа поздравляет наш любимый город. Так, а что-то я смотрю.
Вот, короче, у нас за холодную воду, водоотведение. Вот такие цены. Так, это что, кто? Какие-то задолженники. Иду. А, прогулялись, купили немного. Сейчас вам покажу. Что купили? Вкусненькое купили. Деликатес. Все, домой пришли, нагулялись. Ну, чуть больше часа. Значит, куда мы сходили? Сходили в Ситимолл. В телефоне, в почте приходят такие всякие, ну, мелкие подарки. В Мармелада. То есть, как постоянно клиенты. Пришло, типа, получите подарок, покажите смс. Ну, там номер телефона и, короче, типа, носки. Вот такие вот носки. Вот такой чек нулевой, типа, 190 рублей они стоили. И 0 рублей выдали чек. Ну, Аньке подарю. Короче, в подарок ее тоже положу. Она... В основном ей там мармелада все покупаем. Типа такой авокадик в шапочке подарочной. Теплых объятий. Такой, в принципе, цвет фисташковый, приятный. Короче, я уберу. Я так потихоньку складываю, И еще в этом водомассе подвеску. Ну, как она идет с напылением. У меня уже там такой сбор. По-моему, этот Мишка. А, зайка такой прикольный. Сейчас вам покажу. С таким напылением он. Смотрите, такой зайка. Классно, да? Так видно. Милый. Ну ты решил по своему водочке взять, да? Так, что тут еще? Кока-кола, это я понял. Ну и вот тут пишется. Что там идет? Серебро, 925-я проба. И напыление типа золота. Так, и в щедрый стол я там поснимала. В принципе, цены нормальные на мясное. Ну, там покупаем этот, как его. Пашка кричит так. Сало взяли к борщу. Сегодня борщ наварила. Вот такое сало на 148 рублей вытянула. Такой с прослойкой. Вот такое. Ну вот Сережкина сало, то, где много чеснока, который он привозил. Паш, тише, с Иркутска вкуснее было. Вот видно, этот борщ мультиварки сегодня наварила. Вот такой борщец еще. С чесночком сейчас. И там же в щедром столе взяли, они пекут хлеб, как она сказала название, монастырский. Я руки помыла. Вот такой вот черный хлеб. Она говорит, вкусный. 35 рублей. Попробуем. Если понравится, будем постоянно. Я люблю черный хлеб. Пашка может и белый быть, но я нет. Я всегда говорю, мне черные. Вот. Ну, а мы с Павлом начинаем кушать. Я сейчас еще тоже борщика наложу. Ну, что, повкусненько? Угу. Со сметанкой. Вот такой хлебушек плотный получился. Ну, в принципе, он похож, как чем-то я готовлю в этой в хлебопечке. Сами пекут эти. Корочка мягкая, да, папуль? Угу. И сальцо нарезали. Все, всем приятного аппетита. Все, всем пока-пока. Найди горяченько можно.